Всем привет, с вами Мурлокс, и в этом видео я вам покажу, как получить 7000 голда на продаже питомца менее чем за 3 минуты пробным персонажем. Для этого нам нужно будет создать гоблина, это обязательно, чтобы получить их пета. Сразу после создания прожимаем камень возвращения и летим на аллею духов. Далее подлетаем к этому NPC и обучаемся битвам питомцы. Крабик сразу же окажется у вас в коллекции. Потом я захожу на своего главного персонажа и выставляю его на аукцион за 7000 голда. Не забывайте, что вы можете создать всего 4 пробных персонажа в час и всего 8 за день на аккаунт. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.